Белосклад находится на станции метро Пражская. Выход в город к магазину «Пражский пассаж». Первый вагон из центра. Добраться до нас теперь еще проще. Двигаемся в сторону Варшавского шоссе все время прямо. Проходя через парковку, будьте осторожны, берегитесь автомобилей. Дорога впереди – это Варшавское шоссе. Здесь всего два наземных пешеходных перехода. Далее идем прямо, никуда не сворачивая, до второго пешеходного перехода. Здесь приходится подождать зеленый сигнал светофора. Переходим дорогу. Впереди автобусная остановка Варшавское шоссе. Сразу за ней поворачиваем налево и идем вдоль забора, пока не увидим справа вход на территорию. Не стесняйтесь приезжать к нам на велосипеде. Рядом с магазином велосипед можно пристегнуть замком. Здесь же отдыхают наши сотрудники, поэтому велосипед всегда под присмотром. Проходим мимо охраны, поворачиваем направо. Здесь рядом с входом вы увидите наш баннер. Магазин находится на минус первом этаже. Спускаемся по лестнице вниз, поворачиваем направо и попадаем в магазин «Велосклад», где огромный выбор, доступные цены и высокое качество. «Велосклад» – велосипеды выгодно и просто.